Да-да-да, хватит мне врать. Я был как хатик, и тебе лишь бы слинять. Ну а теперь дверь закрыта, давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать. Друзья говорили, типа к этому шло, а я в ответ: да пошло оно все. По больнице живет, поболит и пройдет. Вот увидишь, пройдет. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить, времена не торопить. Поздно что-то изменить, нам не лента выпускник. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить, времена не торопить. Поздно что-то изменить, нам не лента выпускник. Ты мне не враг, но с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты будешь со мной, без тебя мне не жить. Я могу убежать, ты меня привяжи. Ты мне не враг, но с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты будешь со мной и останешься жив. Я могу убежать, ты меня привяжи. Я со дворов, как пули мимо постов. Фары горят на восход, стрелка упала за 100. По трассе запада на восток, в надежде, что нам повезет. О, цены. И пусть мои братья по-прежнему на мели. Я знаю, счастье где-то рядом, оглянись. И пусть за закатом уплывают корабли. Йоу, цены. Селеби, и пусть мои братья по-прежнему на мели. Я знаю, счастье где-то рядом, оглянись. И пусть за закатом уплывает корабль. Йоу, селеби, yeah. Ты сегодня совершаешь планку, повернула меня наизнанку. Тебе нужен я или лимбе? Не по рангу, я не по капу миксул. Раскрывай свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб. Это твой вайб, это твой вайб. Ее бокал полный миксул. Раскрывай свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб. Это твой вайб, это твой вайб. Ее бокал полный миксул. Раскрывай свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб. Это твой вайб, это твой вайб. Всем привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Вы только что прослушали мои лучшие каверы из Инстаграма и ТикТока на самые популярные русские песни. И если хотите продолжения, обязательно ставьте лайк под этим видео. Сейчас больше внимания уделяю крупным проектам, таким как чат-рулетка, пранки, поэтому вот такие вот каверы выходят реже. Но вы их можете посмотреть у меня в Инстаграме и в ТикТоке, они там чуть ли не каждый день появляются. Для тех, кто хочет научиться играть и петь прямо как я, самые современные топовые песни, и делать это с душой, то все ссылочки находятся в описании под видео. Там мои видеокурсы, моя школа игры на гитаре и пение, переходите. Хочу сделать подарки по традиции. Такие вот условия. Нужно подписаться на этот канал, оставить какой-нибудь интересный комментарий, поставить лайк. Рандомным образом выберем троих победителей в следующей нарезке. Всем пока.